Хоккейные турниры среди ветеранов спорта в Великом Новгороде проходят не так часто, потому каждый из них – большое событие для области. Вот и в эти выходные Ледовый дворец порадовал болельщиков хоккея турниром «Кубок единства», который посвятили молодому российскому празднику – Дню народного единства. На Ледовой арене встретились 4 любительские хоккейные команды – «Ракета и космос» из Санкт-Петербурга, «Апатит» из Кировска и «Варяг» из Великого Новгорода. И хотя звездных имен на льду не было, хоккеисты показали довольно зрелищную игру. Когда такие турниры, постоянно хожу вместе с внучкой. Она больше меня, все команды знает и болеет. Она молодец, даже звонит: «Дедушка, пойдем». Я говорю: «Пойдем, хоть мне уже и 80-х». Вживую всегда интереснее, как-то проникаешься самой атмосферой. Ну, я сам занимаюсь хоккеем и играю за одну из новгородских команд, поэтому мне интересно. Чего ждете от сегодняшней? Ну, ждем победы нашей команды.